Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня с новой серией на проекте Родина РП «Первый сервачок». Не забывайте вводить маник по регистрации, маник Кирилл Путбулови, вы можете его видеть сейчас на экране, и также он есть в описании. Если вводите маник по регистрации и прокатитесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Итак, пацаны, сегодня с новой серией, в этой серии мы попробуем испытать удачу в казино, но вы можете испытать удачу в моем конкурсе. Кто не знает, в моей группе проходит конкурс на вот эту машину, это УАЗ Патриот, в принципе, он стоит около миллиона, поэтому, пацаны, ссылочка на конкурс будет в описании, просто переходите и участвуйте. Условия очень простые, поэтому, я думаю, шанс выиграть есть у каждого, поэтому я поеду сейчас испытывать свою удачу в казино, а вы попробуйте испытать свою удачу в моем конкурсе. Все, желаю всем приятного просмотра. Ну что ж, пацаны, вот я приехал в казино, получается, бюджет у нас сегодня 400 тысяч. Как бы в прошлый раз я тоже играл в казино, где-то примерно 2 недели назад, и у меня бюджет был 500 тысяч, сегодня у нас бюджет еще меньше. Но тогда мне повезло, я поднялся до миллиона, то есть я поднял 500 тысяч, и это было очень даже круто. Надеюсь, сегодня нам также повезет. Давайте забегаем в казино, сейчас возьмем, получается, купим фишки. О, люди здесь есть, кстати, да, онлайн сейчас 400 человек, ну, в принципе, пойдет. Так, давайте забегаем и покупаем, получается, по 1000 фишек. А, походу у меня еще фишки были даже. Нихера себе. Окей, так, давайте покупаем фишки, короче. И сейчас пойдем играть тогда. Я даже не знал, что у меня фишки были. Ну, в принципе, неважно, ладно. Так, будем сейчас по 1000 играть, пацаны. Я извиняюсь, если что, за свой голос. У меня сильно зуб болит сейчас, в данный момент. Я полночи не спал, мучился с этим зубом. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. Просто, пацаны, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я хочу уже скорее добить 16 тысяч подписчиков. Так, посмотреть заявки. Заявок нету. Давайте я тогда первый создам заявку на, получается, косарь вдвоем. Попробуем по моей тактике, которую я использовал в прошлый раз. Я играл чисто по косарю. И надеюсь, нам в этот раз тоже повезет. Так, залетает Никита, у нас выпадает 5, а у Никиты выпадает 4. Отлично, я победил, короче. Так, моя тактика вроде бы как работает. Так, создать заявку. Давайте создадим заявку еще раз на 1000, в принципе, попробуем еще сыграть. Пока что мы не в плюсе, не в минусе. Так, у меня обратно выпало 5, у него выпало 7. Ну, в принципе, я проебал. Так, окей, создать еще раз. Давайте уже попробуем тогда на... Не знаю, давайте попробуем на 2000 втроем. На 2000 втроем попробуем сыграть. Возможно, нам, короче, повезет. Но это не точно. На 2000 фишек, пацаны, это 200 тысяч, если что. Так, один уже присоединился, надо еще один. Так, вот, еще один чувак присоединился. Так, у него выпало 5. 3-2, тоже 5 у него выпало. Так, и 3-2. У всех по 3-2 выпало, пацаны, тупо ничья. Окей, давайте создадим тогда вдвоем на 2000. Так, вдвоем. Создадим и попробуем сыграть. Я хочу поднять сегодня хотя бы тоже миллион. Так, у меня 10 выпало, у него 5,2. Я победил. Так, окей. У меня на данный момент сколько фишек? Давайте посмотрим. Так, у меня 6000 фишек, это 600 тысяч, да? Окей, давайте создать обратно, попробуем на косарик сыграть. На, так, на косарик вдвоем пробуем сыграть, попробуем подняться. Так, 4,5 у меня выпало, у него выпадает 1,2. Я победил. Блин, везет сегодня тоже в казике, но главное, пацаны, вовремя остановиться. Так, создать, давайте попробуем. Фух, давайте, может, на 3000 сразу ебанем. Так, давайте попробуем на 3000 ебануть вдвоем. На 3000, блин, это жестко, пацаны, на 3000 вдвоем. Так, 5,1, у него выпадает 4,6. Блин, тупо слив, пацаны, тупо слив. Так, давайте пробуем еще раз. У меня сколько фишек, давайте посмотрим. Фух, блин, пацаны, это потно сейчас будет. Так, у меня 4000 фишек. Давайте попробуем на обратном 3000 вдвоем. Блин, походу у меня сейчас будут жесткие сливы просто. И я, походу, сейчас просто солю все свои бабки. Так, Владислав, 4,2 у меня выпало, у него выпадает 5,2. Просто жесть. Просто жесть, пацаны, я слился. Так, давайте тогда на 1000 вдвоем создадим. У меня просто остается последняя 1000, пацаны. Просто последняя 1000 остается, я сейчас могу проиграть. 6,6 выпало, я победил, пацаны, по-любому. Фух, так, окей, создать, давайте на 2000 вдвоем, еще раз попробуем, возможно, нам повезет. Так, 5,5 у меня выпадает,
У него падает 2,2. Я победил. Окей, мы уже потихоньку отыгрались, пацаны. Так, давайте посмотрим, сколько фишек. 4000. Мы сейчас, получается, не в плюсе и не в минусе, по идее. Так, 4000 фишек. Окей, так, создать. Давайте создадим на 2000 вдвоем, в принципе, и попробуем тоже подняться. Так, 4,2. 4,2. 5,1. Ничья, да? Ничья, окей. Ничья это тоже хоть более-менее нормально. Так, давайте попробуем еще раз на 2000 вдвоем сыграть. И надеюсь, у нас все будет нормально. Я хочу просто подняться. Так, 3,2. Это... Так, у него 1,5. Охуеть просто. Просто охуеть. Так, давайте создадим обратно. Так, 2500 вдвоем. Так, последние бабки, пацаны. Сейчас либо сливаем, либо поднимаем. 5,4 против 2,2. Я победил. Окей. Блин, это реально жестко, пацаны. Я уже, на самом деле, боюсь слить бабки. Потому что у меня вообще бабок, по сути, нету. Так, давайте посмотрим, сколько у нас фишек. 5000 фишек, окей, создать 3000 вдвоем. Так, если я сейчас выиграю, пацаны, я ухожу нахер с казино. 1,4, блядь. 2,3. Ничья, фух, ничья, пацаны. Так, окей. Так, 3000 вдвоем обратно создаем. И посмотрим, что из этого получится. Сейчас обратно пойдет Никита, подключится, либо еще кто-то. Ну, блин, жестко, пацаны, жестко, реально. Я хочу хотя бы лям поднять. Так, 5,3, окей, у него попадает 5,2. Все, я победил, пацаны. Так, смотрим, сколько фишек у меня. ММ. Так, блядь, как там? Я уже забыл, как фишки смотреть. Так, 8000, пацаны. Я предлагаю съебаться, пацаны, потому что, видите, оно туда-сюда ходит и, блядь, я не хочу проебать. Поэтому давайте по-тихому просто уйдем. Так, 500 тысяч, так, 100 тысяч, еще 100 тысяч, так, окей, еще. Так, и по идее все, да? У меня, по-моему, по 100 фишек еще есть. Да, есть. Да, пацаны, в этот раз не поднял я лям, но, блин, 800 тысяч тоже нормально. У меня было 450 тысяч, а сейчас 860. В принципе, неплохо поднялся, хоть какой-то плюс, пацаны. Я понимаю, вы бы хотели, что я там поднял 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов. Но, пацаны, это казино. Казино это зло, понимаете? Здесь рандом. Здесь просто решает рандом. Лучше я останусь хотя бы при 800 тысяч, чем солю просто до нуля. Реально, я был на грани того, чтобы просто слить до нуля и уйти отсюда, понимаете? Сейчас эта тачка пропадет, но, в принципе, она нам не нужна. Я поднял 400 тысяч, я считаю, это тоже неплохо. Сегодня такая была попытка грабить казино, но, видите, оно все туда-сюда ходило. Я то поднял, то слил, поднял, слил. Но в итоге я хотя бы вовремя ушел и остался при своих бабках и еще поднял 400 тысяч. Я считаю, это довольно-таки неплохо. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока.